И снова привет, мои дорогие любители повтыкать в монитор. Короче, по пути прихватил еще один заказик, завез тут на станции метро. Короче, между Октябрьской и этим самым Полянкой. Там тоже документы. Еще плюс 200 рублей, итого 8 сотен за сегодня пока. Ну, еще пока только 6. Ну, короче, цветы осталось отвезти еще. Поэтому вот все ништяк. По сути-то все ништяк. Походу зарабатываем еще себе денежку. О, я знаю это место. Сейчас вот после здания направо. А вот, собственно говоря, к чему это. А попутно, вот эти вот заказики делаешь, и тоже набегает денежка какая-никакая. Так что у меня есть еще впереди целых... Все, вот, 2,5 часа еще есть для того, чтобы забрать цветы. Так что я успеваю еще забежать домой похавать. Так что все норм, друзья, товарищи. Я разогнался, так прям мне снова нравится это делать. Правда, есть к чему стремиться. Ну, там, машинку прикупить. Или хотя бы самокат. Для того, чтобы быстрее, короче, все было там. Чтобы там чик-чик-чик между людишек проскакивать, правильно? Скорость есть скорость. Чем быстрее сделать, тем быстрее получил другой заказ. Вот, такие дела. Так что продолжаем жить и развиваться. Так что всем мир и работайте на себя.